Во Фрунзенском районе ловят водителей, не уступающих дорогу службам быстрого реагирования. Акция «Приоритет» пройдет до 7 февраля. Подобные плановые проверки во Фрунзенском районе проводятся 4 раза в год. Схема проста. По улицам района проезжает машина скорой помощи, а сотрудники автоинспекции внимательно наблюдают, кто и как реагирует на мигалки. Предусмотрен штраф в виде 500 рублей, либо лишение специального права управления транспортным средством на срок от 1 месяца до 3. В прошлом году в районе оштрафовали 6 автовладельцев. Во время рейда этого года за первые 15 минут уже 2 нарушителя и 2 протокола. Конечно, я всегда пропускаю, но здесь просто, я даже не думаю, не успела оттормозиться, она слишком вот так быстро, либо мне надо было уже вперед ехать. Прав на этот раз не лишили, но штраф в размере 500 рублей придется заплатить. Операция «Приоритет» продлится до 7 февраля.